Друзья, добрый день. Меня зовут Лесунок Евгений. Я генеральный директор сети Viking Touristic. Сейчас я нахожусь в Греции. Это у нас полуостров Афон, начало его, поселок Трипити. И мы будем с вами смотреть отель Александр Палас. Стоимость данного отеля на двухразовом питании 1546 евро с вылетом из Минска на двух человек на 10 ночей здесь. Автобус нас высадил вот здесь. Возможно, он может подниматься выше, а возможно и нет. Маленькие автобусы подъезжают, большие, возможно, не могут. Поэтому, если у вас свет там, вам придется немножко прогуляться. До моря спускаться вниз. Море здесь песок, есть галька, есть местами плиты небольшие. Это мы входим на ресепшн. Александр Палас. Большой ресепшн. Это бар, беленький, красивый. Отель с названием Александр Палас должен быть хорошим. Если вы заявляете такое название, вы просто не можете быть плохим отелем. Смотрите, 3D-картина. Видите, объем. Но он обратно в номер. Жильца выселили из номера. Номер 105 Family Superior. Одна большая кровать, вторая кровать. Кондиционер центральный, судя по всему. Плазменный телевизор, чайный уголок. Есть холодильник, покрытие здесь плитка. Еще одна большая кровать. Тут, судя по всему, 5 человек может помещаться. Кондиционер здесь тоже центральный. Двери между комнатами нету. Вот такая арка. Здесь у нас джакузи. Ага, извините, не джакузи, просто такая ванна большая, угловая. Ванная комната большая, одна раковина, фен, санузел. Все чисто, аккуратно, плитка. Мне нравится. Номер хороший. Еще разок давайте вам. С этой стороны вам его покажу. И выход сразу же на балкон с видом на террасу, с видом на море. Вот смотрите, вот какая красота. До моря надо вот пройтись пешочком вот туда. Номер 120 Junior Suite. Ванная комната большая. Сейчас вернемся к ней. Первая комната. Покрытие плитка. Здесь кровать. Есть дверь. Большая кровать. Плазменный телевизор. Кондиционер индивидуальный. Чайный уголок есть. Холодильник наверняка. Вот он. И вид у нас, как всегда, на море. Большой балкон. На балконе есть сушилка. Вот какой громадный балкон. Вид на ресепшн, на море. Здесь стоят машины. Может быть, немножко шумновато. Здесь двойная кровать. Видите, вот сверху. И выдвигается снизу еще одна. 4 человека. Возвращаемся с вами к ванной комнате. Есть фен. Стандартный маленький. Одна раковина. Здесь у нас обычная ванна. А вы знаете, здесь вот интересно, вот ванна, душ, и вот еще один душ, такой можно прямо здесь принимать. Получается два душа. Опа, видно. И вот она, дверь еще раз закрывается. Чем выше номера, тем ниже категория. Надо подниматься по ступенькам, судя по всему. Вот смотрите, здесь у нас был Junior Suite, там мы тоже какой-то такой большой номер смотрели. А вот стандарты находятся, судя по всему, вот там, еще выше. Еще лучше вид, но еще выше. Надо подниматься ножками. Нам бы номер комнаты 216 Executive Suite с видом на море. Family. Тут
такое, ребята, длинное название, что у меня просто язык ломается. Executive Suite Family Sea View. Вот как он правильно называется. Короче, ребят, смотрите, здесь у нас одна комната, вот здесь. Здесь у нас вторая, закрывается все дверью. Здесь king size bed, судя по всему, большая кровать. Комната большая, здесь везде плитка, кондиционер центральный. Идем дальше. Здесь у нас еще одна комната, стоит диван, еще одна большая кровать. Ванная комната закрывается дверью, здесь у нас уже джакузи. Видите, какая красота. Душ. Опа. Фен. Плазменный телевизор. Чайный уголок. Холодильник, сейф. Ну, стандартная. И опять-таки возьмем центральный кондиционер. Ой, выбежу быстренько на балкон. Сушилка. Большой балкон. Вид отменный. Прекрасный вид. Ребят, немножко неправильно вам сказал. Вот в этом корпусе, который я видел, что выше и выше будут стандарты, здесь не стандарты. Здесь Executive Suite, Family и прочие номера такие хорошие. Поэтому, если вы будете брать эти номера, то имейте в виду, что к ним нужно подниматься по ступенькам. Они находятся на высоте, на горе. А стандарт вот нас ведут. Он, судя по всему, будет... где-то вот здесь, вот территория отеля не маленькая, большая. Скорее всего, вот они, стандарты наши будут. С видом на сад, на горы. Идем к стандартным номерам. Здесь находятся стандартные номера. Видите, отдельное здание Александра Пелос. У них там, я видел, краем глаза бассейн есть. Два типа номеров. Это с видом на бассейн, а это с видом на горы. Номер 851 стандарт. Покрытие плитка, душевая, ванная комната, лебедей сделали, фен, одна раковина, здесь у нас ванна, знаете, для стандарта все чисто, аккуратно, душ, тропического душа никакого нету, плазменный телевизор, чайный уголок, кондиционер центральный. У них два вида. Это бассейн. Вот их территория. Видите, выходим. А с другой стороны на горы. Просто вот на такой вид будет. Нам его не покажут, к сожалению. Ну, я думаю, нам и не надо. Балкон здесь большой, сушилка. Тихо, спокойно. Видите, там номера были всякие там Superior, Family. Они на дорогу могут частично выходить. То здесь все. Все будет тихо. В номере тапочки сейф есть. У них свой здесь бар. Свой бассейн. Зелени немного. Тени от зелени нету никакой. И мы идем с вами на центральный ресепшн. Здесь вот тоже есть такая небольшая дорога. Но это внутренняя уже. Для использования внутреннего. Такая зеленая стена у них есть. Главный ресторан. Главный ресторан отеля. Ресторан красивый, в греческом стиле. Колонны, камень, мрамор. Ну, короче, вот вы сами все видите. Черный с белым сочетание. Смотрится очень круто. Давайте посмотрим, что у них тут будет на обед сегодня. Даже арбуз у них есть. Круто. Салаты. Здесь напротив сладости выставляют. Макароны, картошка, курица. Здесь будут готовить на гриле, прямо на газу при вас что-то. Будут дыни, будут ананасы.
ананасы. Есть у них терраса с видом на море. Вот еще у них есть еще один бассейн. Вот вам сниму его. Еще там есть детская площадка, я вижу. Небольшая. Вернулись обратно на ресепшн. Бар на ресепшене. Здесь интересные картины. Объемные 3D. Вот, посмотрите, передает вам объем. А на самом деле она плоская. Интересный пол. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. С вами был Лысенок Евгений.